Куда мы идем, Настюш? В детский музей. Да. Да. Скачешь на лошади? А, Лера скачет на лошади. Маленькая комнатка с игрушками. Молодого Иосифа Второго. Получается, что отец Марии Терезии Иосиф Первый. И тогда же был он построен. Я думаю, они хронологии выставили. Шонбрун. Ну, как раз 300 лет назад, как и читали. Потом 2 года потом. Тут же не пишут, кто они. Парик такой, корабль на голове. Кольце. Ух ты, расчесочки, да. Парики разные. И вон парики тоже стоят. И здесь можно париками заниматься. Проверяем костюмчик. А ну. Красивое платье. Подходит, мне кажется. Да. Лируся, пробует, как ходить, да? Вот такие подколки. Вот они. Это устрица. Да. Какие красивые стены. Красивые розы. Красивенькие, хорошенькие розочки. Тоже хорошенькие розы. Меня пожали, но вот это красивое. Но вот это красивое почти и осталось. Вон еще какая-то наверху. В общем, плохо. И вот эти беленькие, они так хорошо не пожали. Вот какая хорошенькая эта штука. Такая хорошенькая. Вон даже арка. Вон. Да, Леронька. Я на воде бежала. Тут еще и лилии водяные. Блин, как красиво. Смотрите, лилии водные. Красивые. Мама, улыбки маленькие, главные, с мамой. Да. И подготовка к фестивалю. И вход в зоопарк.
цвет тучка. Тучка? Да. Вон тучка. Уточка.